Спарта Сир Гэлакси 3-2. К сожалению, проиграли в этой непростой, очень упорной борьбе. Игра сама была очень интересная. Скажите пару слов об игре и почему все-таки не удалось вырвать победу. Игра действительно была интересной сегодня. Может быть, во втором тайме характер нам не хватило нашей команды. Спарта молодцы, физически подготовились, показали сегодня футбол. Но, к сожалению, везет тому, кто везет. Сегодня Спарта везла. Надеюсь, следующий тур Сир Гэлакси покажет все, на что способны они. Спасибо. Спасибо.